буду охотиться на Блуи. Да они! Посмотрите, Блуи, вся семейство вышло из машины. Побьет опять по мячу. Как он полетел далеко на сей раз? Нужен мячик мне. А, Блюи! И Бинго, они меня заметили. Мяч у меня, я от них убежал! Такой злой! Он был папу! Его папа! Всем привет, ребятки! Сегодня с вами папа Раймик. Сегодня я буду охотиться на Блуи. Да, ребятки, я сегодня один, потому что Ангелина заболела. К сожалению, она не сможет присоединиться к нам и мне помочь найти Блюи. Если вы не знаете, кто такой Блюи, то это анимационный мультик. Блюи 6 лет, и он со своей семьей любит путешествовать, играть в разные игры, веселиться. И сегодня мы отправимся их искать. Каждый выходный Блюи и его семья собираются вместе в 5 вечера на каком-нибудь футбольном поле и играют в разные игры. Вот это вот семейство Блюи. Их мама, Чили, сестра, один мой друг видел их на прошлой неделе на футбольном поле, который рядом возле моего дома. Я отправлюсь сейчас туда, постараюсь их снять. Я надеюсь, что они снова будут на этом футбольном поле. Я сниму видео с дрона и покажу вам их в реальной жизни. Ну что, ребятки, вы со мной? Найдем их, вперед! Что, ребятки, я только запустил дрон. Я сегодня здесь полностью один. Как же скучно без Ангелины, ребятки. Ну вот, смотрите, мы сейчас прибыли в это место, где у нас есть одно поле. Второе поле. Интересно, они приедут на машине или придут пешком? Давайте-ка проследим за машинами. Смотрите, и подъезжает какая-то машина. Так, нет, она проехала мимо. Смотрите, еще одна едет машина. Так, человек-собака идет. Так, машина едет, серая. Какого же цвета может быть у них машина? Ребят, как вы думаете? Может быть, синяя? Вот, ну, проезжает сейчас серая. Может быть, это они? Птичка пролетела под машиной. И они вон проезжают. Я не успеваю повернуть. Не, они поехали дальше. У, черная машина какая-то проезжает. Я просто проехал мимо. Может быть, они придут с этой стороны. Здесь какое-то странное поле. Она полностью, смотрите, заброшенная. Там он валяется, какие-то провода. Ничего я пока не вижу. Полностью ничего. Просто голое поле. Смотрите, там кто-то стоит. Это Блюи? Это лошадь. Что лошадь делает здесь? Ой, она не одна. Там еще вон сзади стоят. Сейчас я подлечу поближе к этой лошадке. Не хочу ее напугать. Привет, ты меня видишь? Ку-ку, я здесь. По-моему, ей без разницы вообще на меня. Ты, может, Блюи съела, не, лошадка? Ладно, полетели дальше. Я хочу увидеть Блюи семейства. Они должны быть где-то здесь, явно. Если что-то увидели, пишите, пожалуйста, в комментариях, потому что я могу что-то углядеть и не заметить. Во второе поле, смотрите, там кто-то играет во что-то. С мячом, не знаю. Надо подлечить поближе. Ребята играют во что-то. Мяч гоняют ногами вроде бы. Ворота у них стоят. Вы не видели Блуи? Положили мяч. Гоняют мяч ногами. Говорит, у них маленькие мячи. Непонятно, во что они тут играют. Так, разбежался. А, клюшками бьют какими-то, короче. Так, полетели дальше. Здесь еще какой-то район, машины едут. Может быть, они где-то и с этой стороны приедут. Так, что там? Что там люди показывают, машут руками. Машина серая выезжает какая-то. Пока-пока. Нет, это точно не Блуи. Ворота стоят, ребятки бегают. Сейчас я все облетаю, мы их найдем. Ребята, пока оставайтесь со мной и подписывайтесь на наш канал Англикосик, потому что мы только с вашей помощью мы сможем найти Блюи и его семью. Да, и Ангелина поскорее выздоровеет. Так, на трибунах может что есть? Трибуны вроде пустые. Никого нету, ни людей, ни Блюи. Пустота, тишина. Почему поле стоит, не используется? Вон только два пацана играют и все. Вот это вот поле, я здесь рядом нахожусь. Вон я стою, машина. Так, пролетели дальше. Тут вот у нас паркинг для магазина. Может, и тут мы их увидим. Подождите, что-то у меня тут случилось с дроном. А, нет, все в порядке. Так, летим мы дальше. Вон на паркинг приехала синяя машина. Машин много. Ну что такое странное мне показалось в этой машине? Так, машина-то приехала. Вон белая машина, люди пошли. А вот синяя стоит, никто не выходит. Как-то это все странно. Ехал никто не выходит. Выходи уже. Это вы, Блюи, а? Там кто-то в машине есть. Я вижу, кто-то шевелится. Надо аккуратно мне подлететь поближе. Сейчас разверну дрон аккуратненько. Так, машин много. В любой машине могут быть Блюи и его семья. Тут еще одна синяя машина. Подожди-ка, там есть движение. Смотрите-ка, дверь открылась. Это они! Посмотрите, Блюи, вся семейство вышло из машины. Они здесь. Блюи, его сестренка Бинго. Па!
папа. Папу зовут Бандит. Вот их мама Чили. Большая коричневая. Бинго, его сестренка, тоже маленькая коричневая. И он сам блю и синий. Папа Бандит, мама Чили, сестренка Бинго и сам Блюи направляются в сторону поля. Смотрите-ка, они сейчас будут возле меня. Я не успеваю за ними повернуть. Почему дрон так медленно поворачивает? Надо какой-то купить крутой новый дрон, который поворачивает быстро. Этот очень медленный у меня, к сожалению. Вот, смотрите, видите, где дорожный пешеход? С правой стороны вдоль забора моя машина стоит, и я в ней сижу. И они направляются сюда. Они, наверное, пойдут на это поле. Будут играть во что-то. Мне нельзя, чтобы они меня заметили, наверное. Может, ничего страшного, я даже не знаю, ребят. Сейчас, секундочку, они здесь. Сейчас вам покажу. Сейчас, я их вижу. Сейчас я открою дверь, посмотрю. Вон они идут, идите вдоль забора. Пошли туда. Как вы думаете, ребята, мне идти за ними сзади или просто проследить с дрона? Вон они, ребят. Не, я все-таки решил, это слишком запально следить за ними сзади. Я не хочу, чтобы они меня спалили, поэтому просто, ребята, проследим с высоты за ними, как и продолжали. Куда они направились все? Так, они пошли на загороженную территорию. Почему-то мама пошла у них одна. Что она делает? А, она присела на скамейку посидеть. А они, ребята, куда пошли? Куда вы так быстро побежали? Да же вы так быстро. А, на поле направляются. Все семейства сейчас сыграют во что-то. Мне даже интересно, в какой вид спорта они будут играть. Так, подлечу я поближе, посмотрю. Так, ворон они испугали. Папа достал мяч. Он кидает. Блюи, Бинго. Они побежали за мячом. Как он далеко его кинул. Кто же первый? А, Блюи первый был. Он первый взял мяч. Что он будет с этим мячом делать? Он просто его взял в руки. Бинго недовольная, потому что она не смогла догнать Блюи. Так, они возвращаются обратно к отцу. Папе Бандиту. А я папа Раймик, если что. О, как он ударил по мячу. А папа его поймал. Ничего себе. Смотрите, папа сейчас опять будет заряжать. И давай, папочка. Вот это удар, ребята. Как мяч далеко полетел. Посмотрите, где Блюи. Бинго начинает его обгонять. Тоже будет на сей раз быстрее. Бинго первее, она догнала мяч. Теперь у них 1-1, ничья. Мне даже интересно стало смотреть. Они продолжают играть. Давайте-ка посмотрим, что мама делает в данный момент. Где там их мама Чили сидит? Она чилит, понимаете? Чили — это означает чилить, отдыхать, да? Чил-аут. Где она, я не понял. А вот она, смотрите, она пересела на другую скамейку. Она, короче, только постоянно ей делает, что отдыхает. Папа бьет опять по мячу. Как он полетел далеко на сей раз? Офигеть, за поле, на дорогу. Мячик буквально здесь рядом. Вот, смотрите-ка, вот я буквально стою здесь рядом. Вот машина, забор, это дорога. Вот буквально, ребятушки, здесь. Блюи первый взял мяч. 2-1 получается. Хотя до этого, может быть, они играли, я не заметил, пока я летал. Посмотреть, как там их мама. Ну ладно уже. Так, у меня есть идейка. Одна прикольная идейка, ребята. Если папа еще раз мяч ударит так сильно, и он прилетит сюда, то я постараюсь их опередить и забрать мяч. Как вам такая идейка? Поприкалываемся над ними, ребят. Главное дождаться, чтобы удар был сильный от папы Бандита, чтобы я мог бы забрать мяч. Ну вы, конечно же, это увидите. Так, они вернули мяч обратно отцу. Папа Бандит, давай, удар сильно. А, на сей раз не так сильно. Давай, Бинго, обгони Блюи. Не, смотрите, Блюи опережает. Бинго, Бинго. Нет, все-таки Блюи был быстрее. Бинго пытается у него отобрать мяч, а он не дает. Бежит обратно к папе. Он отдал мяч папе. Пап, давай, заряди мяч так сильно, как ты можешь. Давай, пожалуйста. Ура! Вот это удар, ребята, посмотрите! Мяч улетел, я даже его не вижу. Он, наверное, полетел аж сюда, далеко. Этот момент настал, я за мячом. Давай со мной, ребят! Я быстрее туда отправлюсь за мячом, ребята. Сейчас будет прикольно. Ребятки, я вижу мяч, он только что выкатился на дорогу. Там Блюи, ой. Сейчас мы возьмем мяч, пока они не видят. Он у меня, ребят. Дрон, я тут. Теперь, ребятки, быстрее в машину. Пока они меня не спалили. Вот это весело, ребятки. Все, я вернулся, мячик у меня. Надо посмотреть, как там они из дрона. Дрон там завис на небе. Давайте-ка, ребятки, глянем. Ищут мяч, они его не видят. И меня, значит, не заметили. Повезло им. Или мне, даже не знаю, кому повезло. Меня, Упс. Он смотрит сюда. А,
Блюи! И Бинго, они меня заметили. Кажется, они увидели мяч. Что теперь делать, ребята? Сейчас я быстро верну дрон. И направились в мою сторону. Надеюсь, они не поняли, что это был я. Стоит дрон назад в машине, надо мне быстрее это сделать. Рядом! Дрон, быстрее! Быстрее! Мяч у меня, я от них убежал! Ребят, как вы думаете, хорошо ли я поступил или плохо? Пишите в комментариях, как я должен был поступить. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал Англикосик. И Ангелина скоро выздоровеет, ребята, и мы снимем продолжение. Если вы этого хотите, пишите в комментариях, давай продолжение. Мы снимем продолжение про Блуи и его семью. Я, может быть, им тогда верну мяч или придумаю что-нибудь еще очередное крутое. Ребят, подписывайтесь на наш канал. До скорой встречи. Пока! Кому я там нужен? А? Не понял. Блюи. Это что, пранк какой-то или нет? Давай ответим. Алло? Параллик, привет! Привет, Блюи. Где наш мяч? Верни его срочно! Какой мяч? Ты о чем вообще? Как какой? Наш мяч, который ты украл! Срочно верни его нам назад, пожалуйста! Подожди, какой мяч? Какой ваш мяч? Я не понял. Ты на прошлой неделе украл наш мяч! Ты попался на видеокамеры! А, мяч! А, да-да-да! Ну я верну вам мяч! Что, так прям горит? Верну-верну! Да, горит! Мяч нам нужен прямо сейчас! Пожалуйста, верни его нам! Да верну, я сейчас не могу, у меня дочь со школы придет, я тут готовлю обед. Я не могу сейчас, я обязательно вам верну мяч. В чем-то проблема? Проблема в том, что это не наш мяч, это мяч Blue X. И он просит свой мяч обратно. Если мы его не вернем, то он нас уничтожит. Стой, 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 что за Blue X? Я такого вообще не знаю. Как он вас может уничтожить? Вот так просто, он дал нам поиграть, а теперь он его требует назад, а мы не можем вернуть, потому что у нас его нет. Я боюсь за своих родителей, сестру и себя. Да ладно, верну я вам мяч. Где вы сейчас? Мы отправляемся на футбольное поле, которое возле сквера. Возле сквера? Ну да, знаю, знаю, это же в нашем городе. Я буду там... Ну давай где-то через час. Какой час? О нет, Пэлэкс уже здесь. А, нет, Блюи, что происходит, Блюи? Алло! Блюи? Звонок прервался. Что случилось, Блюи Экс? Пришел к нему. Давайте-ка ему перезвоним назад. Звонок не проходит. Что же делать теперь? Ребят, кто такой Блюи Экс? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Я вообще без понятия. Опасен ли он вообще? Что делать сейчас? Так, надо глянуть в интернете, кто такой Blue X. А вы пока пишите в комментариях, пожалуйста. Blue X. Это не Blue X. Что происходит? Что-то я не понял, что это было. Давайте-ка глянем еще одно видео. Что он делает? Вы это видели, ребят? Он лучше такое не видит. Blue X зарезал Бинго. Ребята, Blue X очень опасный. Я сейчас отправляюсь туда и верну ему мяч. Со мной, ребята! Блин, а где мяч? Я не помню, куда его положил. Как тебя достать? Иди сюда. Есть! Погнали!
близко от Blue Eggs. Мы сейчас на футбольном поле, на совсем другом, не на том, на котором я был в прошлый раз, где я отобрал мячик. Блюи сказал, что они, скорее всего, здесь будут. Это у нас уже получается третье поле в этом городе. Если увидите Блюи, ребята, пишите, пожалуйста, в комментариях. Сейчас все облетаем. Что это за куча там такая белая? Камни какие-то. Они же могут быть вообще везде, ребята. Смотрите, какие-то следы на поле. Может, Blue EX тут гонял? Вряд ли. Я опущусь пониже, чтобы понять, что это за следы. От машины или от трактора? Нет, тут не так просто проехать. Болото какое-то. Машина просто каталась. Это странно. Смотрите, в поле какие-то следы от машин. Как-то это странно. Поваленное дерево. Ничего не понимаю. Ладно, машин никаких я не вижу. Я облетаю каждый сантиметр этого поля. Я думаю, я должен спасти Блуи и его семью. Блуи Экс же очень опасный. Ребята, вы же сами видели, какой он опасный. Так, ну что это за будка такая интересная? Может быть, там внутрь можно зайти? Здание какое-то маленькое, посмотрите. Нет, просто какое-то табло. Попусту летаю, ничего не вижу. Не хочу терять время, хочу их найти. Вот, давайте полетим за трибуны. Может быть, с той стороны, что я увижу. Там дома, люди проживают. Нет, вот здесь никого нету точно. А, там забор. Да вряд ли бы они были бы за этим забором сзади. Но все равно подлечу. Так, ворота стоят. Но ничего я не вижу, кроме ворот. По-моему, мне надо пробовать вернуться на то поле, где я тогда отобрал мячик. Я уверен, что их тут не будет. Но сейчас еще облечу до конца этого поля. Посмотрим. Так, тут куда-то дорога еще идет. Поля, поля, кругом одни поля. Ну нет, я бы точно уже что-то увидел, и вы бы тоже. Давайте-ка еще этот уголок посмотрим. Кажется, ничего нету. Ладно, ребятки, давайте-ка сейчас отправимся на то поле, где я тогда у них отобрал мячик. Посмотрим. Может быть, они все-таки там. Погнали! Все, ребятки, я на новом месте. Точнее, на старом месте, где я тогда у них отобрал мяч. Видит? Он у меня, ребят. Трон, я тут. Вот одно поле, а вон второе рядом. О, смотрите, ворота валяются на сей раз. Как-то это подозрительно странно. Еще какая-то табличка валяется. Кто-то тут сделал разгром, что-то непонятное. Сейчас мы облетаем и это поле. Может быть, они по трибунами где-нибудь. Сейчас я смотрю все, ребята. Как-то мне кажется, это все страшно и непонятно, почему ворота валяются. Так, на трибунах. Отлечу прям внутрь. Как зритель буду наблюдать с трибун, как игроки играют на футбольном поле. Но никого нет сегодня здесь. Ни Блю, ни его семьи, ни людей, ни одной души. Птицы только летают. Подлетим к этому зданию. А крыши здесь что может быть у нас? Да ничего, наверное. Чего я не вижу тут? Все равно я каждый миллиметр пролечу. Я обязательно что-то должен найти. Здесь ничего нет. Давайте посмотрим здесь, на эти крыши. Ребята, смотрите на крыши! Кто-то идет! Это Блюи? Сейчас я подлечу поближе. Или Блюи Экс? Посмотрите, у него красные глаза, значит, это Блюи Экс. Куда он направляется? С одной крыши на другой передвигается. Я постараюсь следить за ним, ребята. Да, он идет. Значит, здесь где-то Блюи рядом. Так, он спрыгнул с крыши, ребята. Я сейчас туда быстрее полечу, полечу. Давай, 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 дрон, быстрее туда. Он спрыгнул с крыши. Как это возможно? Там такая высота, офигеть. Смотрите, где трибуны. Так, он направляется куда-то направо. Нельзя мне близко приближаться, потому что дрон шумный, его слышно. Хотя у меня самый тихий дрон, какой бывает на свете, но все равно его можно услышать. О, это что, папина машина? Блю Экс его потерял из виду, куда он пошел? Блин, да это ты! Я подумал, что это Блю Экс, да ну тебя! Да, у меня синяя курточка, может быть, я и похожа. Что ты здесь делаешь? Некогда объяснять, быстрее прыгай в машину, он едет, быстрее. Пап, в чем дело? Что за паника? Да там Ангелина где-то, Блюи Экс. Я пытаюсь за ним уследить. Он готов уничтожить семью Блюи, а я хочу их спасти. Ну, в смысле, что он хочет с ними сделать? Ангелин, да я пока не знаю. Я стараюсь за ним проследить, пока его не могу найти. Но одно я знаю, что я должен вернуть ему мяч. А, это тот, который ты тогда украл? Да, да, сделал. А, я нашел Блюи Экс опять, смотри. А Блюи Экс добрый? В том-то и дело, что, по-моему, недобрый. Он сказал, что уничтожит Блуи и его семью, если они не вернут ему мяч. А мяч-то у меня. Блю Экс думает, что это они сперли мяч и не отдают ему. Мне сегодня позвонил Блюи и попросил помощи. Вот я здесь. Смотри, в клетке сидит. Блюи в клетке, ребята! Вместе с Бинго. А где его родители? Может быть, он их уже уничтожил. То Блюи Экс? Да.
Я надеюсь, что нет. Они как приманка, может быть, сидят в этой клетке вдвоем. Он просто ходит возле них. Что делать будем, Ангелин? Смотри, бедолашки сидят в клетке. Мне надо туда направиться и спасти. Как ты думаешь, если я верну мяч, все обойдется? Да. Тогда, короче, я сейчас направлюсь туда с мячом. Ты, Ангелин, наверное, лучше остаться здесь на дроне. Проследи, чтобы все было в порядке. Если что не так, звони в полицию. Договорились? Да. Вижу, папа, направился туда. Лишь бы все было бы в порядке. Сейчас я просто приду к Blue X, верну ему мяч, и он, наверное, отпустит Blue и Bingo, и все разойдутся спокойно домой. Я надеюсь, так получится. Ребят, правда? Поддержите меня лайком, пожалуйста. А где же этот Blue? Так, туда надо идти. Так, Ангелина рядом летает, хорошо. Слишком близко, конечно. Чего он мне машет? Чего он мне говорит тихо? Подальше, подальше давай. Она же меня не слышит. Надеюсь, поймет. А-а-а, мне надо отлететь подальше. Blue X заметил, идет ко мне сюда. Blue X и папа! Это ведь ты, Blue X, да? Допустим, я. Что тебе надо здесь? Blue X, я это хотел вернуть твой мяч. Папа ему дает мяч. Это я его украл, а не Blue. Ты должен их отпустить, они тут ни при чем. Вот твой мяч, держи. Че, Blue X выкинул мяч? Че он хочет? Че делал? Я же тебе мяч вернул. За твой обман ты будешь наказан. Он такой злой. Он бьет папу. А? Ты что делаешь, а? Ой, это не дерутся, папа. Полегче, успокойся. Побей его, папа. Мне надо помочь папе. Успокойся. Наручники одеваешь? Папа после ворот! Что он с ним делает? Почему папа к нему повернут спиной? Отпусти меня! Сейчас полиция приедет! Это что? Blue X ему надел наручники? Нет, пап! Убери наручники! Ты что творишь? Я сказал, убери их прямо сейчас! Вперед иди! Хорошо! Куда он его ведет, пап? Куда ты меня ведешь, а? А? Чё со мной не разговариваешь? Куда мы идем, а? Вперед пошел, быстро! Иду я! Ребят, помогите мне, пожалуйста! Папа что-то ему говорит! Жаль, я ничего не слышу! Что мне делать, что мне делать? Пожалуйста, ребят, подскажите мне! Иди, посиди пока в клетке с остальными! Не хочу я в клетку! Он что, его ведет к клетке? Сейчас я верну дрон назад и пойду всех спасать сама. Пожалуйста, извини меня, Бинго, извини, что я украл ваш мяч. Blue X, сними мне хоть наручники. Вам осталось жить недолго. Посидите здесь, малё. Что ты с нами сделаешь? Ты вернись назад, нет! Ребят, вы же нас поддержите лайком и подпиской на наш канал, правда? Мне так страшно. Успокойся, Ангелин, мне надо найти какую-нибудь дубинку. Ты куда уходишь, Blue X? Как выбраться с этой клетки? Blue и Bingo, что вы скажете? Чего вы молчите? Что мы можем сделать? Мы еще маленькие. Может быть, наши мама с папой нас спасут. Так что же он с нами делает? Ой, нас убьет!